В Полоцком районе первый тысячник. В сельхозпредприятии «Горяны Агро» экипаж комбайнеров во главе с Сергеем Горбатенко первым в районе намолотил 1000 тонн зерна. Победителей поздравили со всеми почестями – хлеб, соль, грамоты, благодарности и подарки от райисполкома и других организаций города вручили экипажу-ударнику. Почему вы решили стать комбайнером? Папка работал в колхозе. Я пошел. Чем любите заниматься в свободное время? Свободное? А когда она свободная? Ну, там зимой. Дом. Ремонт. Стоярничать можно. Командир экипажа Сергей Горбатенко, 30-й год, за рулем комбайна. В этом году экипаж «Тысячник» опробовал новую технику – комбайн голландского производства. Работа на нем и поспособствовала комбайнерам получить первую 1000 тонн зерна на Полочине. Хлеба стоят, где была полностью проведен сев и дальше по всем технологиям, соблюдением всех технологий. От сева зерновых и до уборки проведен весь технологический шлейф тех работ, которые сегодня вот привели к такому, ну, значительному урожаю. Уборочная в этом году в Полоцком районе проходит успешно. Убрано уже 50% зерновых. Средняя урожайность превышает среднюю по области. На сегодня в одном из передовых хозяйств Полоцкого района «Горяны Агро» средняя урожайность составляет 49 центнеров с гектара. Любовь Савко, Игорь Полынский, «Саммит Плюс ТВ».